Если ехать по дороге на Волгоград, то на обочине можно увидеть необычный памятник. Это хвост самолета, который врубился в землю. Вот. И стоит он не просто так. Здесь недалеко есть военный аэродром. И памятник установлен летчику-инструктору, который не смог катапультироваться. Сейчас я расскажу, как было дело. Значит, дело было в 89 году. На военном аэродроме летчики в то время отрабатывали так называемый взлет с конвейера. Это когда боевые машины взлетают и садятся, и снова взлетают без остановки. Дело было на учебном МиГ-21. То есть там два пилота, вернее, пилот-инструктор и курсант. Вот. И пилотировал этот самолет летчик-инструктор, капитан ВВС Виктор Борисович Попов. А в учениках у него был некто курсант Мишкинс, про которого история ничего не знает. И из всех отличий про эту историю, вот только на хвосте самолета, только фотография Виктора Борисовича Попова с датами его смерти, жизни и смерти, вернее, рождения и смерти. Вот такой вот молодой человек был. Вот. Значит, как я говорил, дело было в 89 году. Взлет с конвейера, самолет взлетает, стремительно набирает высоту, но тут на высоте 150 метров в двигатель МИГа попала крупная птица. Тогда еще, наверное, то ли сеток каких-то не было, ну, я не знаю, да. Двигатель останавливается, и в результате нештатной этой ситуации на истребителе начинается пожар. Истребитель начинает стремительно падать. И тогда летчик-инструктор Попов приводит в действие устройство катапультирования. Ну и там что-то пошло не так. Катапульта сработала нештатно, летчиков выбросило из самолета на низкой высоте, и во время катапультирования Попов получил травму, несовместимую с жизнью. А вот курсанту Мишкинску повезло больше. Он травмировался, но остался жив. Такая история. А мы едем дальше.